Если понравилось видео, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. А также, если хочешь первым узнавать о выходе новых роликов и стримах на моем канале, подписывайся на Telegram, ссылка будет в описании. Приятного просмотра! Просто... Блин, зря обошел. О, я сам должен ломать эту хуйню. Понятно, это так не работает. Нормас. Окей. Неплохо он ее заметил. Домен завели, что ли? Нормально, они так чела оставили там. Так, следующий страж. Почему я не могу его вызвать? Ладно, окей. Идем дальше. Почему я не могу вызвать здесь? Сколько орехов, мое почтение. Так, следующий страж. Закрыли нормально. На сурф.
Ладно, мы взяли билд, чтобы охранять треугольник. Мы это будем делать. Я, кстати, Катюху так ни разу закатку и не видел. Ладно. Валим. Так, Стив, скорее всего, пошел заводить ген. Катюха АФКшит, что ли? Если бы она АФКшила, я бы уже ворон бы увидел. Чё-то нет нихуя никого, блять. Я слышу ее. Стив, наверное, на единороге. Остался, что ли? Нет, ладно. О, ебать, Катюха. Нормас. Закрыли стадию. Ты че, махаться будешь, сын? Плохо, что у меня на обнаружение ничего нету, это да. Я знаю, где одну я палету сломаю, чтобы хотя бы навык один раз можно было использовать. То взял и в надежде на то, что палач сможет ломать палеты и так накапливать мне обилку. Ну, хуй угадал, блядь. Очень хорошо. Так, го за Катюхой. Нормас. Ну и все, в общем. Вот такая вот катка на рыцаре получилась. Нет, так стойким и яростью ни разу не воспользовался.